Ребята, я вас всех рад приветствовать. В данном видео мы продолжаем изучать проект Echoverse и поговорим про то, какие есть проблемы у рынка криптовалют прямо сейчас и как их решает данный проект. Так вот, на самом деле, понятное дело, что проблем немало, но три основные — это то, что есть отсутствие повседневной юзабилити и универсальной применимости, также централизованное богатство и власть, и уязвимая безопасность. Это именно три ключевые проблемы. И какие же решения предлагает данная площадка, то есть площадка Echoverse. Тут есть разные составляющие. Прежде всего, это конфирм, то есть, соответственно, алгоритм, который стимулирует как раз таки модель вознаграждения. Также есть еще и алгоритм консенсуса, который поддерживает AI посредственной доказательства вклада. И следующее — это CTP, то есть безопасность, Triple Shield for Triple Protection. То есть понятное дело, что безопасность — это важнейшая составляющая любого проекта, и очень важно понимать, что мы, соответственно, когда вкладываем деньги, что мы их не потеряем, и, соответственно, что это для нас будет выгодно. Далее, что можем ответить с вами, это сравнительный анализ, соответственно, разных площадок, то есть, прежде всего, какие здесь площадки представлены, это, допустим, такие криптовалюты, как эфир, и также EOS, также Visa, и также Echoverse. Так вот, эфир — транзакции в секунду 15, у EOS 3000, у Visa 20 тысяч, но Echoverse целых 100 тысяч, то есть разница колоссальная. Также TFT 168, 45,2 у Visa и Echoverse. Также Interconnect нету у эфира, у EOS есть, у Visa также нет, и у Echoverse тоже есть. И также DPP Mashup есть в данном случае только лишь у данного проекта, проекта Echoverse, что говорит нам о том, что, соответственно, данный проект выигрывает у всех конкурентов, то есть у двух криптовалютных и, соответственно, у Visa, которая, допустим, производит банковские карты. Ну что ж, что хочу сказать далее. Здесь идет информация про частые вопросы по данному проекту, про краудсейл и про, в принципе, Echoverse, но, опять-таки, это отдельная тема, и я считаю, что лучше не мешать все в одну кучу, поэтому лучше мы с вами разберем все это дело в следующем видео. Пока же всем спасибо за просмотр и всем счастливо!